Последствия разрушения Каховской ГЭС. Херсонская область в Украине оказалась в смертельной трагедии, когда Каховская ГЭС была подорвана и затоплена под контролем российских войск. Этот акт агрессии привел к разрушению и гуманитарному кризису. Следует отметить, что после оккупации территории Каховской ГЭС федеральные войска РФ получили контроль над инфраструктурой и управление всеми процессами на ГЭС. Именно под их контролем наблюдается взрыв, который привел к затоплению местности. Города, села и сельские поселения были полностью поглощены водой. Эта катастрофа имеет далеко идущие последствия для жизни людей в промышленности. Тысячи людей оказались жертвами своих домов, лишившись всех своих материальных помещений. Они остались без крова и основных жизненных ресурсов, что вызвало гуманитарный кризис. Эта катастрофа привела к массовому затоплению части области, а возникновение за собой разрушения гуманитарного кризиса. После взрыва Каховской ГЭС вода начала набирать силу и буквально затоплять окрестности. Множество городов, деревень и поселений, попадающих под воду. Один из самых распространенных районов Днепра – районы близлежащих рек. Здесь дома, дороги, мосты и инфраструктура были полностью погребены под водой, оставляя за собой груды развалин и обломков. Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались правобережная и левобережная части реки Днепр Херсонской области. Города и населенные пункты столкнулись с колоссальными проблемами. Люди были эвакуированы, оставляя свои дома и собственность. Многие из них потеряли все, что было, и остались без крова и пищи. Это вызвало гуманитарный кризис, требующий срочной помощи и поддержки. Кроме того, сельскохозяйственные земли были полностью затоплены, что осуществлялось к большой экономической потере для области. Жители, чья жизнь была связана с сельским хозяйством, столкнулись с уничтожением своих посевов и скота. Это создало дополнительные проблемы в снабжении пищевой продукции и ухудшило экономическую ситуацию в промышленности. Кроме того, затопление вызвало серьезные экологические проблемы. Вода, которая затопила места, была загрязнена химическими соединениями и отходами. Это связано с загрязнением водных ресурсов, угрозой рыбным запасам и нарушением экосистемы. Затопление мест Херсонской области после взрыва Каховской ГЭС осуществляется к серьезным последствиям для жизни людей, экономики и окружающей среды. Восстановление ожидаемых последствий будет долгим следствием, международным сообществом и населением. Важной является гуманитарная помощь местному населению, восстановление инфраструктуры и поддержка восстановления экономики региона. Власти под контролем левобережной Херсонской области российских войск не предприняли меры для предотвращения этой трагедии, но скорее они активно участвовали в уничтожении. Это преступление против мирового населения, которое вызывает глубокое возмущение и требует международной реакции. Международное сообщество однозначно должно осудить этот акт агрессии и последствия для стороны России. Необходимо провести расследование этого происшествия и кто стоит за подрывом. Ответы на отдельные случаи, которые совершают насильственные преступления, должны быть привлечены к суду и получить истинное наказание.